За последние несколько лет некогда тихая Мамайка превратилась в густонаселенный и быстро развивающийся район. Красивые высотки, частные дома. Однако при строительстве некоторых может пострадать и целая инфраструктура. В результате несогласованных строительных работ и навали грунта в непосредственной охранной зоне трубопровода диаметром 600, а также обильных дождей, произошли оползневые процессы, которые повредили данный напорный трубопровод диаметром 600 по улице Ландышева. Нештатную ситуацию принялись оперативно устранять коммунальные службы курорта. По поручению главы города Алексея Копайгородского на предприятии организован штаб, контролирующий все этапы восстановительных мероприятий. Директор водоканала Денис Юрковский заверил, работы проведут в кратчайшие сроки. В настоящее время ведется монтаж напорного коллектора диаметра 130 мм. Его протяженность составляет в настоящее время 252 метра. Выполнено уже порядка 80-85%. Водовод выносится из-за того, что произошел оползень, и полностью разрушен коллектор, существующий, действующий. Поэтому пришлось в срочном порядке организовывать работы по его выносу и ввода его в эксплуатацию. Наряду с поврежденным трубопроводом проблему усложняют и обнаруженные скрытые врезки. Контроль за ними осуществляют инспекторы совместно с экологами предприятия. Частного сектора сбрасывается гнилая канализация после фекальной канализации не справляется с данной нагрузкой. Вот идет переполнение, соответственно, происходит вытекание, переполнение. Вот, значит, производим обследование по данным незаконным врезкам. По факту случившегося инцидента предстоит разобраться и правоохранительным органам, куда водоканал направил все материалы. А пока жители ждут благополучного разрешения ситуации. Все люди, которые здесь проживают, уже обеспокоены тем, что случилось. Но то, что аварийные службы водоканала практически сразу приняли свое участие и приехали на место. Несколько дней подряд здесь делали замеры воды, брали. То есть мы наблюдали это все участие водоканала. Вот, и работы делаются. В общем-то, надеемся на то, что водоканал примет меры и все будет устранено в свои сроки. Стоит отметить, что проведенный комплекс работ позволит не только повысить устойчивость системы для десятков тысяч жителей микрорайона, но и защитит новую ветку водоотведения от оползневых процессов. Ксения Синявская, Дмитрий Говорков. Время новостей.